для профессиональных. Есть борода. Алис, ты подожди. Бороды здесь нет ни у кого. Это Алис. Всем привет, у меня канал Борода. Телефона. Нужно отгадывать. Которые нужно отгадывать. Хорошо. Сегодня мы будем проводить вот такой вот челлендж. Угадай, кто это. Девочки будут угадывать персонажа. Но это игра с персонажами Диснея. Называется она «Угадай, кто это?». И нам она очень нравится, Алиса ее очень любит. Сейчас мы вам покажем, какие там персонажи есть. Все из диснеевских мультиков. Я сейчас вам покажу. Здесь действительно все персонажи из диснеевских мультиков. Ну, посмотрите, здесь есть Белоснежка, здесь есть Аладдин, есть мышка Реми из мультика Рататуй, Монстры Компани. Нету Белоснежка. Золушка. Не Белоснежка, а Золушка, да? Да. Да, есть Золушка, есть вон Жасмин, есть Покахонтес, Русалочка Ариэль. Вот здесь еще есть набор вот таких вот желтых карточек, из которых нужно выбирать персонажа. Так, Жюстин, ты уже себе придумала, кого ты хочешь выбрать? Посмотри на свои персонажи и на, найди. Найди которого, а потом ты, подожди, сначала Жюстин себе выберет, потом ты. Не говори, а то я знаю, кто. Не говори, Алис, кто. Это Джоша Пшана, и вот это. Это кто с тобой, Алис, сегодня в челлендже участвует? Вот это, кто за кукла у тебя? Как? Лили. Это новая кукла Лили, это Лили номер 5, следующий пупсик Алис, которого тоже зовут, как всех наших девочек, кукол. Лили, и она сегодня будет участвовать в челлендже. Сегодня она еще ходила с Алис в школу. Да, Алис ее знакомила со всеми детками, и они вместе там играли. Ну что, давай с тобой тоже выберем персонаж, Алис. Давай, смотри, кого ты хочешь. Покажи мне здесь, кого ты хочешь выбрать. Покажи мне здесь. Показывай. Только так, чтобы Жюстин не видела. Кто тебе нравится, кого ты выбираешь? Ее. Хорошо, дай-ка я покажу. Я сейчас тебе его, я сейчас его найду на этих карточках и покажу ребятам, какой у тебя персонаж. Мы не знаем, кого выбрала Жюстин, но мы знаем, кого выбрала Алис. Мы вам сейчас покажем. Вот, я думаю, вы все знаете, кто это, потому что я не могу сказать, потому что тогда Жюстин узнает, а я буду немножко помогать Алис, если у нее не будет получаться. Так, мы ставим наш персонаж. Мы его ставим сюда. Ну что, кто начинает? Давайте, ножницы. Я. Нет, камень, ножницы. Давай. Камень, ножницы. Бумага. О, Алис выиграла. Нет, она камень сделала первый. Первый она сделала камень. Колодец какой. Хитрый. Ладно, в любом случае, хоть колодец, хоть камень выиграла у нас Алис. Мы задаем первый вопрос. Алис, какой мы вопрос зададим сначала Жюстин? У тебя нету. Усов нет. Так, Алис, мы должны убрать отсюда всех, кто с усами. Смотри-ка. Давай. Нету. Убирай всех, кто с усами. Ну как же? А нету. Хорошенько. Нет, не может быть. Смотри-ка вот. У него есть усы? Нету. Ну как же? Это же мышонок. Есть. У него есть усы. Да, у мышек у всех есть усы. А у него есть усы. Вот, и я думаю, подожди, я думаю, что нет. Я не вижу, но есть. Я думаю... Нет, нет, наверное, у него нет, потому что это же не мышка, это другой персонаж. У кого еще здесь есть усы? Ну, вроде бы больше ни у кого, я больше никого не вижу. Скажи мне, Жижи, у кого есть усы? Посмотри. Сюри. А? Сюри. Нет, сюри, и все, да? О. Монстры. У монстра есть усы? Да, у инстинктива, ну, убирай монстра, убирай. Хорошо, Алис считает, что у него есть усы. Хорошо. Так, Жюстин, теперь твой вопрос. У тебя девочка или мальчик? Они. У тебя мальчик? Они, эти девочки. Не подсматривай, кто персонаж. Алис, теперь ты спрашиваешь у Жюстин. А у другого персонажа есть
Алис, ты подожди. Ты уже спрашивала про усы. Бороды здесь нет ни у кого. Поэтому спроси другой. Спроси, есть ли человек. Он человек? Да. Он человек. Смотри, значит, мы убираем всех, кто у нас не человек. Смотри, как хорошо. Не человек. Не человек. Кто еще не человек? Он не человек. Не человек. Дай-ка я покажу, кого мы убираем. Давай, я вот так вот поставлю, чтобы было видно, кого ты убираешь. Не человек. Давай, кто еще? Есть еще не человек? А вот, например, гномик, он человек или нет? Человек. Гномик, он человек или нет, Джустин? Человек. Ну, хорошо, гномик у нас будет человек. Да, я понимаю, ну. Вот, давай. Посмотрите, Алис убрала всех, кто был не человек. Вот все, кто остались здесь, это только у нас остались люди. Ну что, теперь спрашивает Джустин, да? Это игрушка? Нет, это настоящая. Настоящая? Точно, это настоящая. Убираем все игрушки. Игрушка, это машинка тоже? Ну, да, наверное. Я не знаю, может, это настоящая, конечно, машинка. Да, вот. Ну, Алис. Так, убрала игрушки? Хорошо. Алис, давай спросим что-то еще теперь. У Жюстин, спроси, если мальчик или девочка? Это мальчик или девочка? Девочка. Девочка. Давай уберем всех мальчиков, Алис, давай. И всех, кто... Так, этот убирай, да. Настоящий? Угу. Да, настоящий убирай. А он настоящий? Настоящий. А он настоящий? Да. А они настоящие? Убирай, настоящий, настоящий. Ну, она же сказала, что у нее девочка. Это же не девочка там, смотри. Если это не девочка нарисована, это значит, надо убирать. Это мальчик, это настоящий? Настоящий, у тебя все настоящие. Ты же уже спросила, если это человек или нет. Настоящий. Алис, это не важно, настоящий или нет. Оставь только девочек. А гномик у тебя девочка, что ли? Адам. Да, гномик девочка, ты думаешь? Нет. А по-моему, это не девочка, да, вот. Девочка. Это девочка, хорошо. Ну нет, Алис, вообще-то это мальчик в сказке. Это же из сказки про Белоснежку и семь гномов, помнишь? Там все гномики мальчики. А он и мальчик. Он девочка. Вы кажется, что это девочка. Да нет, мне кажется, давай я поставлю, давай. С своими глазками вот такими. Нет, Алис, если ты будешь думать, что это девочка, а Жюстин нет, тогда она выиграет, и мы не сможем отгадать. Давай уберем его. Это мальчик. Это мальчик, убирай. Так, еще есть мальчики, посмотри-ка хорошо. А, есть мальчики. Вот, остались только девочки? Хорошо, теперь следующий вопрос Жюстин задает. А у нее есть очки? Нет. Значит, теперь мы спрашиваем, Алис. Mm-hmm. А да? у Далёфа персонажа есть волосы. Алис, нет, такой вопрос не надо, у них потому что у всех есть волосы. Ты лучше спроси цвет волос какой, спроси, они у тебя черные или белые, или... Нет, спроси, у твоего персонажа черные волосы, спроси. Или белые волосы, или коричневые? Нет, они не черные. Они не черные. Убирай всех, у кого черные волосы. Давай. Черные волосы. Черные волосы, черные. Это тоже черные. Покахонтас, у нее черные волосы. А у нее черные? Нет, у этой скорее не черные, а такие. Это черные, да. Все, остальные остались. Так, ну, Жюстин, спрашивай, что ты спрашивала, черные? Нет. Нет. Убрала? Так, теперь, Алис, мы с тобой должны задать еще один вопрос. Какой? Ну, во-первых, ты можешь сейчас спросить, например, есть ли у твоего персонажа шапочка или нет? У твоего персонажа есть шапочка. Нет. Убирай и говори, кто ее персонаж. Это наш. Значит, какой персонаж у нее?
Это наш персонаж. Какой персонаж у нее? Кто это? Кто это? Нечем. Это Золушка. Сёшка. Это Золушка. Жестин, у тебя похоже Золушка. Ну-ка покажи-ка нам. Ариэль, подожди. У нее Ариэль. А у нее Ариэль. Покажи-ка мне Золушку здесь. Вот. Я это... Я узнала. Ты что ли выиграла, Алис? Ага. Молодец. Выиграла Алис. Ура! Поздравляем, Алис. Алис, мы тебя поздравляем, ты выиграла. А теперь для всех участников будет вкусный сюрприз. Подождите две минутки. Это тортик. Это тортик. Ну что, где наш тортик-сюрприз? Вот наш тортик в честь 1 сентября. Сегодня тоже Жюстин пошла в школу первый раз. Поэтому... Все, Алис, ты можешь открывать глазки, посмотри. Тортик-сюрприз. С Минни Маусом. Давайте я вам отрежу по кусочку и попробуем, да? Кому что от Микки Мауса? Мне Минни. А тебе, Алис? Мне Микки Маус. Ну, весь Микки Маус, это, наверное, будет слишком много. Давай я тебе какую-то часть от него. Смотри, мы для Жюстин вырежем вот отсюда. Моську Минни Мауса вот так. Ну, без бантика или с бантиком? Давай с бантиком. Ну, давай. Ну, просто слишком большой будет. Съешь? Нет. Так. Алиса, а тебе какой кусочек? А мне? Какой-то вот такой. Хочешь? Вот такой, да. Где хорошо. Утя? Где утенок? Как его зовут? Дональд. Дональд Дак? Да. Ну, да. Давайте. Для Алис будет Дональд Дак. Нет, Дональд. Но Дональд Дак это по-английски. Дональд Дак. Дак это по-английски утка. Вот. Ну вот, кушайте свой тортик. Пробуйте. Ну как? Вкусно. Вкусно? Хорошо. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Планета Алис. Всем пока.